Осенью многие жители запасаются продуктами на зиму или делают заготовки в виде соленых огурцов, помидоров и квашеной капусты. А подойти к процессу более выгодно стало возможно благодаря традиционной осенней ярмарке в совхозе имени Ленина. Здесь представлена продукция совхоза имени Ленина, рязанских индивидуальных предпринимателей, которые непосредственно каждый раз к нам приезжают, продают овощи, продают мясо. Приехали наши друзья из Беларуси, приехали наши друзья из Казахстана для того, чтобы, в принципе, как бы удовлетворить те интересы населения, которые есть. И цены значительно ниже, чем они есть в магазинах. И действительно, вряд ли сегодня где-то еще можно найти, например, капусту, морковь или картофель по 12 рублей за килограмм. Глядя на такие ценники, люди закупались впрок. У нас есть гараж, мы в погреб закладываем. В принципе, по стоимости, как она здесь продается, это вполне удобно, потому что у нас на рынке сейчас 35 рублей она стоит, здесь по 12, поэтому нам 100 килограмм на зиму хватает. Местные жители, естественно, были в курсе проведения сезонной ярмарки. И хотя никакой широкой рекламной кампании не было, сюда съехались покупатели со всего муниципалитета, а также из Москвы. Самый большой спрос был на товары совхоза. Замечательная продукция, все дешево, все качественное, все натуральное. То есть у нас люди каждый год приходят и на заказ у нас делают. То есть, смотрите, цены у нас великолепные. По 12 рублей это... Для Московской области очень хорошо. Соки хорошо берут, берут упаковками. В основном берут яблочный сок хорошо, томатный, тыкву хорошо берут. Ну и любят наши узвары. Индивидуальные предприниматели из Рязанской области привезли домашнюю продукцию – рыбу и птицу. Карачка, крылышки куриные, грудка куриная, все. Сердечко, печень, все натуральное. Покупатели активно перемещались от одной точки продаж к другой, и практически все уходили с полными сумками. Виноград, груши, сливы, что еще бабке надо? У фруктов больше есть нужно. А я сейчас в отпуске, вот и буду сидеть и есть. Ассортимент разнообразный, хорошие соки, свои, натуральные, в отличие от других, не будем плохую рекламацию делать на другие эфиры. Но, тем не менее, совхозная очень-очень качественная. Стоит отметить, что на территории сельского поселения совхоз имени Ленина проходят две большие сезонные ярмарки – весной и осенью. И все, кто по тем или иным причинам не смог закупиться на зиму в этот раз, могут это сделать на еженедельных ярмарках выходного дня. Дмитрий Книга, Сергей Ларин, Елена Кошелева, «Видное ТВ».